Мы вышли на утреннюю прогулку посмотреть на светлый Будапешт. Все, что мы видим, конечно, очень красиво. Такое все старинное, красивое. На дорожке. Вон с вами велосипедом можно взять. Если не успеваешь куда-то доехать, и тебе не холодно на велосипеде ехать. Для рук такие муфточки. Мило. Мне нравится то, что здесь еще ощущается осень. Лежат везде вот эти пальмовые листочки, деревья вот еще в листьях, зеленых даже. И такая прям осень. Привет. Такие специальные загороженные площадки для выгула собак. На этой как-то поменьше всего, но все равно вот есть типа такой мостик вот для них. Фигурное, что-то, чтобы они бегали тут. Это площадь героев. Мы договорились здесь встретиться с Максом. Он где-то там сел работать, а мы вот с Милой сюда дошли. Как белый полкающий кот и ловит кошка лыжа веселых белых мух. Мы решили зайти в этот замок. Очень красивая архитектура. Вот там помпезный. Мика говорит, мам, ты хочешь меня с этим дяденькой встретить? Мы, конечно, стойкие оловянные солдатики, но у меня руки, нос, все замерзло. Еще идет дождь все время. Идем куда-то греться. Этот человек полностью уже мокрый. Она сидит на коленях, садится на поты, на лавочке, бегает по лужам. У нас тут кофе-брейк. Мило, как всегда, самый розовый пончик. Розовый с розовинками. Вообще Новый год уже тут. Внутри домика этого. Он как-то надувается. Сейчас попадет в сказку Самсунга. Она реально попала в сказку снежную. Это та улица, на которую мы вчера приехали, сразу здесь остановились. Вот так она выглядит в светлое время дня. Мы уже идем домой. Что за это? Вот так выглядит Гранд Отель Будапешт. Мы вчера с Максом гадали, что же там на крыше. Там, оказывается, сетка. Да мама, мама, что? Вы выдерживаете это? Мама, мама, мама. Тут, кстати, тоже есть эта система хранения ключиков в этом боксе. Очень, мне кажется, удобно. Если один ключ, то семью. Ой, у нас тут беспорядок, не снимай. Ладно, ладно, сейчас все снимем.
проснулись. Роднулики. Обнимашечки сразу. В этом же шаре, который я снимала раньше, делал Samsung, это от Samsung, делал фотографии. Они сфотографировали Милу, она потом затащила еще меня, а потом еще затащила и Макса. Хотела еще и Акима затащить. Мы вышли прогуляться втроем, без Макса. Макс остался работать. Дождь закончился, ура! Так что можно гулять смело с детками. Сказала, чтобы мы не ходили далеко, мы гуляли рядом с домом. Ну, вот рядом с домом то место, где мы были вчера, и мы сюда же и пришли. Так как у меня нет мобильного интернета, я... Кстати, я вчера хотела вам сказать название этой реки – Дунай. Мне кажется, это такое красивое слово. Дунай. Мила, скажи «Дунай». Смотрите, какие длинные трамваи. В трамвае 6 вагонов, соединены гармошечкой. И очень скоростные, очень. Они так носятся быстро. Посмотрите, какой солнечный сегодня день. И мы собираемся. Так жаль, что мы не погуляли под солнышком, да, зайка? Или тебе не жаль?